25-летняя Ники де Ягер, Ника и де Джейга, шокировала поклонников. Голландский визажист призналась, что родилась в мужском теле. Популярная бьюти-блогер, которая прославилась как Nikai Tutorials, рассказала, что в прошлом была мальчиком. В 7-8 лет она начала чувствовать себя неуютно в одежде для мальчиков и стала надевать девичьи вещи. В подростковом возрасте Ники приняла твердое решение быть девушкой. В 14-летнем возрасте де Ягер начала гормональную терапию, а в 19 завершила ее. Интернет-звезда подчеркнула, что ей сложно дались откровения. Она призналась, что стала жертвой шантажа со стороны хейтеров. «Я трансгендер. Есть люди, которые не могут уважительно относиться к чужой самоидентификации. Это мерзко. Они угрожали слить мою историю, потому что я не хочу рассказать правду и продолжаю лгать», — посетовала она. Ники подчеркнула, что людям не нужны ярлыки. Она подчеркнула, что больше не боится осуждения публики. «Ты молодец, что рассказала, я в шоке, но это круто. Ого, неожиданно поражаюсь твоей смелости, ничего себе. Ты такая сильная, умничка. Я тобой горжусь, посылаю тебе лучики любви», — прокомментировали подписчики. У Nikai Tutorials многомиллионная армия фанатов. Ее блог считается одним из самых известных и востребованных в мире. В 2017 году девушка вошла в топ-10 главных бьюти-инфлюенсеров по версии Forbes. Ники де Ягер может похвастаться сотрудничеством с ведущими косметическими брендами и звездами шоу-бизнеса, среди которых Леди Гага. В прошлом году дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта заявила о своем желании стать мальчиком. 13-летняя Шайло официально переименовала себя в Джона. В начале 2020-го на откровенные признания отважились диджей Куолс и Жанель Моне. Американские актер и певица заявили о нетрадиционной сексуальной ориентации. Увидеть трогательные каминг-ауты других звезд можно здесь.